Всем привет! И боитесь ли вы оставаться одни дома? Я давно уже нет, поэтому навряд ли мне будет страшно в этой игре, которая называется Go to Bed или же Иди спать. Ну что же, погнали. Начинаем. Так, ситуация 1. Что-то там... А, я уже... Иди спать. А, я думаю, когда мне дадут управление. Так, иди спать. Может, я сначала свет выключу там или что-то видим. Слушай, очень плавно я аж скольжу. Что это? Постой. Мимолетные видения. Может, я реально... А, во. Е, чтобы взаимодействовать. Хорошо. Так, окно. Ну, наверное, надо закрыть. Закроем окно. Что это? Что это за прибор? Я думал, что это термостат. Так. А, чтобы вооружить... Нажмите Е, там было написано, чтобы вооружить свой дом пожарной системой пожарной безопасности. Что это? Спрятать ножи. Давай тогда спрячем ножи. Так, дверь. Запираем дверь. Так. Ну, наверное, надо просто вот все проверить. Есть ли кто-то тут? Какая-то бабайка? Нет. Нету. Так, портрет. Наверное, надо. Так, перекусить не хотим. Так, тут точно никто не прячется. А то знаю одну историю. После этого особо не хочется слышать истории. Так, мы на всякий случай закрываем. Уже должна ключ к себе дверь. А, так, мы уже выключим. Ладно. Идем спать. А, мы выключили. Хорошо. Хорошо. А, ты закрыл входную дверь? Да, закрыл. Никого нет дома. Никого нет дома. Ты закрыл окно? Никого нет дома, говорю. В окно не вход, не выход. Так, ты... Ну, ты включил систему защиты? Кто бы там ни был, надеюсь, он не найдет дверь в мою комнату. Ты спрятал ножи? Да. Я не знаю, куда, я уже сам забыл, где. А, и приехала полиция. Ура! Приехала полиция. Хорошая работа, никто не пробрался. В смысле, да, никто не пробрался. Вообще никто. Вообще, просто в моем доме... Просто зря, наверное, полиция. Так, иди спать. Так, я уже сразу вижу различия, а именно такая, так сказать, менее... Ноускоп 360. Менее такая благоприятная обстановка, типа такой... Ну, в плане... Кровать не заправлена, всякое алкоголь, мусор, коробки. Ну окей, хорошо коробки, мы еще приехали. Ну и хорошо, ладно, всякие вот эти пакеты. Мы тоже, мы недавно приехали, так что это подвал. Так, можно просто положить, ну, не знаю, стол, шкаф на это, на подвал. Хотя, наверное, мы... Мы только приехали, только поставили этот шкаф. Так, спрятать ножи, да, я их сразу, кстати, не заметил. Кофеварка, значит, у нас есть что красть. Это плохо. Слушай, может, тут еще что есть? Да, кстати, я говорил, что нашел это в шортс видео. Там чел, вот не доходил до этого момента, он не спрятал ножи. Он не спрятал ножи. Так, ну я вроде все сделал. Хотя, вот честно говоря, будь бы я настолько предусмотрительным, я, наверное, знаю, что делать. У меня есть такие варианты событий в голове. Ну, блин, ну вроде все сделал. Сейчас вот и проверим. Дом безопасности? То есть, даже так, типа... То есть, ты хочешь... Не, ну давай... А, то есть это прям с самого начала. Блин, я думал то, что мы сейчас встанем и включим свет, и доделаем то, что не доделали.
Но, увы, мы просто начинаем все заново. Ладно, давай тогда сделаем все по-быстрому, раз ничего не поменялось. Спрячем ножи. И идем спатушку. А то устали. Так. Да, дом защищен. Он в надежных руках. Ты уверен? Я уверен. Хорошо. То есть в этот раз мы могли даже ничего не делать. Где я? Иди спать. Как я сюда забрался? Ешь, чтоб спать. Это точно моя. Вот первый вопрос, который задается. Какие последние три цифры числа пи? А вообще, блин, это моя кровать. Я вроде сплю. Как-то у меня копчик не болит, поэтому я должен был уйти отсюда сейчас же. Блин, вот я даже не знаю, что делать. Ну, типа, вот я сейчас понимаю то, что будет такой момент из разряда. А, вот это ты так предусмотрел, ну или что-то типа, то есть в прошлое, о чем я? В прошлой ситуации нам типа просто спросили, ты уверен, что дом безопасности? И нам типа как на слово поверили, кстати, смотри, лицо, прикольно, типа глазик и это, ну и рот, предали. Так, да, я не знаю, слышно ли вам то, что кот у меня орет. Но у меня орёт кот. И наверняка вы это слышите. Надеюсь, вы это не слышите. Так, извиняюсь. Так. Попробовал что-то сделать. Так. Значит. Что мне начало лагать? Так. Что это? Ключ. Так а зачем мне ключ? Я вроде не находил никакого замка. Или мне наоборот нужно сейчас вернуться в кровать за... А, господи, я сюда не... А, нет, пошел. Или мне нужно наоборот вернуться обратно и закрыться, типа от всего мира, от мира сего. Не от мира сего. Так. А, блин, вот. Так, я не закончил свою мысль, меня немного кот отвел, отвлек. Так вот, что если тут вот сейчас как-то вот, то есть в предыдущей ситуации вот так предусмотрели, что типа просто нас спросили, все нормально? Нам поверили на слово. И вот я уверен, что... Так, окей, слишком много информации. Я уверен, что если бы мы вот ничего не сделали, то все было бы нормально, все было бы так же. То есть нам даже показали, что типа ситуация такая. Ну, то есть хозяину того дома из второй ситуации, типа, уже все равно ему плевать. Как бы. И по факту, то есть, опирается на это. Хозяин первого дома из первой ситуации, он такой более предусмотрительный, более аккуратный. И типа, наверное, имеется в виду, что он как-то и заботится, и боится. Если ты боишься, то это и случится. А тут, во второй ситуации, типа, тебе наплевать, ну, как минимум, как мне кажется, хотели показать, тебе наплевать, и это не случится. Типа, слабоумие, отвага всегда спасает. Но что в третьей ситуации, я не могу сказать. И вот я теперь думаю, что делать. То есть у меня по факту две ситуации, которые, как мне кажется, предусмотрят. Может, я даже, если это две концовки разные, я перепройду, как минимум постараюсь. Так вот. Я, если пойду туда и пойду наверх, вообще, может, даже ключ не подойдет, поэтому пошли наверх. Кстати, да, это второй дом. Нужно выйти. Стой. Постой. А если... Блин! Тут, короче, вангую. Видите? Дом прям зачищен. То есть он как в первой ситуации, он проверить окно. Оно закрыто. Мне нужно проверить сигнализацию.
А мы можем войти? Не, не можем. То есть, если бы, наверное, я в первой ситуации, во второй, точнее, ситуации, как это обозвали, я бы не спрятал бы нож, вот все оставил, на самотек пустил, то сейчас бы жертва тупо вот, за которую я сейчас играю, тупо все было бы нормально. Так. Может, я могу... Смотри, говорит, сигнализация включена, может, я могу включить, прирезать провода, но я не могу, потому что нету ножа. Они убрали его. И теперь мы просто пытаемся выбраться. А что если в первой ситуации... Смотри, нет выхода отсюда. Может, ну, он говорит, вот сейчас этот чел. А, может быть, вернуться... Почему ты не в кровать? Блин. Иди спать. Говорит, почему ты не в кровати? Блин, вот сейчас тут, знаете... Я бы тут даже, наверное, сейчас теоретизировать начал, что, типа, на самом деле эти проблемы все только внутри нас иногда, а иногда они правду что-то делают. Ну окей, давай в этот раз сейчас я хочу сделать, как вот тот чел, у которого я и нашел этот видос. Я сделаю все, кроме ножей. Ну, это наверняка концовка какая-то будет. Так, и ну давай. Усложним немножко. Жизнь проникающему. То есть, наверняка, ну тут такая грань, типа, ну не грань, все не так просто. То есть, на самом деле, лор заложен, мне кажется. Так, ты запер дверь? Да, запер. Ты запер окно? Запер. Ты еще спрашиваешь, как говорится. Кстати, а что, если я скажу, что нет? Ну, давай пока по этой концовке пойдем. Что, типа, мы сделали все, кроме одной вещи. А, спрятал. А если я скажу, ну, да, нет. И он перерезает оно. Полиция не успевает приехать. И нас приветствуют. Ситуация проварена. Провалена, кто-то его забрал. А, то есть все. Окей, давай теперь попробуем другой вариант событий. Давай сделаем точно так же. Но наврем. Так, давай. Спидран по защите нашего дома. Погнали. Так, так, так. Давай, закрываем. Оставляем. Потому что, ну, завтра готовить завтрак. Мне неудобно. Я потом с просони не вспомню, где я их оставил. А мне... Я хотел сделать рататуй себе. Да. Да. Все нормально. Не переживайте. Да. Все хорошо, я же говорю. Ладно. Так, ты да, спрятал. Ага. То есть тут нету такой концовки. То есть, если мы лжем, то мы лгун. Цитаты великих людей. Джейсон Стэтхэм. Там, Леонардо да Ви... Я опять немножко испугался, честно говоря. Я, кстати, снимаю еще это в кромешной темноте. Передо мной только ослепляющий компьютер. За мной спинка. Ну ладно, давай просто сейчас дойдем до второй ситуации. И... Получается, что... Да, долговато, конечно, это. Что не есть хорошо. Потому что хотел бы сразу до второй ситуации дойти. Ну ладно, давайте я не буду это обрезать. Я просто заполню знакомые моменты своей болтовней. Как у тебя дела?
Надеюсь, у тебя хорошо. Если утром, то доброго тебе утра. Если вечером, то доброго тебе вечера. Если ты ночью, то сладких снов, спокойной ночи. Чтоб такого у тебя не было, как вот сейчас происходит. И как у меня в реальной жизни тоже происходит, да, потому что кот орет. А, кстати, а что бы, если сказал нет? Ну, наверное, тоже, чтобы, ну, в плане, что было бы, если бы я сказал нет, хотя на самом деле я это сделал. Ну, наверное, то же самое, что и при ситуации, когда я, наоборот, это не сделал, но сказал бы, что сделал. То есть был бы факт, а не то, что я сказал. Блин, кот, хватит кричать. Я тоже так могу. А, и да, смотри. Смотри. Сейчас давай. Ну, давай только включим сигналку. То есть сделаем все, кроме двери, ножей и окна. Идем спать. Если же нас заставят переиграть, то попробуем поспать в третьей ситуации. А, дом защищен? Да, защищен. Ты уверен? Хорошо. Так, ситуация номер три. Так, где я? Где я? Да не знаю, где я. Как я сюда попал? Кстати, нам вот что-то велит, говорит. Иди спать. Мне нужно уйти сейчас же. Все закрыто. Оно было закрыто? Я не понял. Я не понял. А, походу. Походу было закрыто, я просто не помню. И, кстати, я, может, начну орать сейчас громче, потому что, да. Не потому что, а потому что. Кстати, так сейчас понял, труп пропал. Пропал этот человек, который умер от варенья. Ну, вы поняли. И постой. И сразу же открылась дверь. Вот это поворот. Вот это поворот. Поднимаемся. А, мне нужно убираться. Так, смотри. И да, все сохранилось. Давай выйдем. Оно открыто, я могу выбраться отсюда. Сказал выбраться, а не слепить меня. Да, это вторая концовка. Это вторая концовка. Так, у нас есть еще концовки. Мыслительные процессы. Слушай, по-моему, все. Нет, не все. Не все. Мы еще не поспали в третьей ситуации. Давай, это, наверное, последняя концовка. Давай. Как уже говорилось, спидран по защите своего дома. Погнали. Я не буду петь, потому что хочу, чтобы вы продолжили просмотр. Потому что, возможно, вам эта игра интересна. Возможно, вам эта игра интересна, и, возможно, даже я оставлю ссылку на эту игру. Я постараюсь об этом не забыть. Поэтому не забудь ты, тот, что я из будущего. А еще покорми кота. Так, извиняюсь, продолжим. Так. Так, спрятал, да, я спрятал ножи. Извиняюсь за молчание, просто я не знаю уже, что сказать, чем заполнять пустоту. Следующая ситуация, погнали. Ситуация 2, объект, кстати, Б. А какой объект в третьей ситуации? Напомните мне. Так. Оно не важно, в принципе, потому что я... Ну, не важно, потому что я все равно пойду спать. Пойду спать. Я просто пойду спать. В любой непонятной ситуации спи.
Неважно, где, что, как. Кстати, это не, я подумал, что будет объект С, точнее, объект А, как в первой ситуации, но нет, это объект С. Где я? А, где ты? В месте, где ты можешь поспать, поэтому нет, нужно убираться. В смысле, нет? Ну, блин, ну ладно. Ладно, тогда давай, я не знаю. Ладно, я не буду тогда продолжать. Давай на фоне вот этого замечательного ягненка я закончу. Спасибо, что посмотрели видео. Удачи, всего хорошего. Пока.